Как выиграть в конкурентной борьбе за клиента учреждениям сферы гостеприимства? Нужно быстро и значительно поднять уровень сервиса. Советы сочинским предпринимателям даст Константин Харский, известный бизнес-тренер, эксперт по вопросам лояльности и идеологии бизнеса. На курорте он проведет уникальный семинар «Клиентоориентированность». Два дня, 25 и 26 июня, Харский представителям сферы гостеприимства курорта расскажет, как выстроить бизнес так, чтобы клиент или гость захотел вернуться снова. Ресторан «Оливье» – постоянный участник подобных семинаров и тренингов. Сотрудники заведения на семинаре Харского были и в прошлом году. Посетят его и в этом. Как рассказывает владелица ресторана, участие в таких семинарах дает реальные плоды. Харский необыкновенные семинары ведет. И я бываю очень много где, и на выставках, и очень много бываю на семинарах, и персонал отправляю свой руководящий. Но вот самое главное, что не просто ты выходишь с какими-то там двумя-тремя новыми фишками, сразу четкое желание что-то делать, что-то пересматривать, и самое главное, открываются глаза на очень многие вещи. Константин Харский в Сочи приедет всего на два дня. В первый день работы семинара, 25 июня, планируется разбор конкретных примеров и анализ типичных проблем на предприятиях. Эксперт даст рекомендации для быстрого внедрения новых стандартов обслуживания. Второй день, 26 июня, закрытый семинар только для владельцев бизнеса и топ-менеджеров. Речь пойдет о том, как добиться от сотрудников слаженной работы и хорошего сервиса, чтобы зарабатывать больше и быстрее. Семинар пройдет в санатории «Знания». Подробности можно найти на сайте www.harski.ru или позвонив по телефону 8-918-309-33-77. Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.